Округ прибыл полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В рамках двухдневного визита полпред проведет несколько совещаний по вопросам социально-экономического развития региона и ситуации в жилищно-коммунальной сфере, а также посетит объекты инфраструктуры. Свой первый визит в должности полномочного представителя президента Российской Федерации Николай Цуканов начал со встречи с главой региона Игорем Кошиным. Вы знаете, что президент поручил заниматься Северо-Западным округом. Для меня эта работа хоть и новая, но, с другой стороны, опыт губернатора в Калининградской области, непростой области, тоже, наверное, дает мне возможность понимать особенности работы моих коллег, партнеров. Сегодня, конечно же, президент ставит конкретные задачи, прежде всего, они связаны с выполнением указов президента. Я знаю, что почти, собственно говоря, все указы вы исполняете. Есть некоторые нюансы, но я уверен, что до конца года вы сможете их до конца исполнить. Особое внимание, по мнению Николая Цуканова, следует уделить подготовке и началу отопительного сезона в регионе. Эта услуга, по словам полпреда, должна быть качественной. В целом, к отопительному сезону мы в сентябре будем готовы уже полностью. Очень здорово, вы имеете огромный опыт на губернаторском посту, поэтому знаете изнутри всю эту работу, знаете и сложности, и те резервы, которые существуют практически в каждом субъекте. Поэтому надеемся, с вашей помощью будем реализовывать все поставленные задачи.